жили три стихии: огонь, земля и вода. И решили они построить для себя комнаты. Первая пошла строить земля. Строит. Построила. Следующая строит огонь. Строить она будет на втором этаже. Пришла. Строит. Построила. Ну и осталась вода. Она будет строить на третьем этаже. Но в воде ничего не захотелось делать, менять. Ей так все очень понравилось. В этом видео были огонь, земля и вода. Подпишись!